Здорово, ребятки! Сегодня я буду сражаться с новейшим, самым совершенным чатом GPT-4 в решении ЕГЭшных задач. Как это будет происходить? Я попросил выбрать 10 задач с 1 по 10, таких, чтобы они были ровно написаны текстом с «Решу ЕГЭ». Написанный текстом нужно, чтобы чат GPT точно понял, в чем смысл каждой из задач и правильно на каждую мог ответить. Ну, то есть, чтобы не было там какой-то формулы, которая не вставится, или картинки, которые не вставятся, чтобы не нужно было читать ему графики, он это делает плохо, там, не всегда понимает и так далее. Поэтому от этого мы его избавим, чтобы было честное сражение. Мы будем с ним решать на скорость. Я сейчас этих задач еще не видел, ответов я для них не знаю. Все задачи в чат GPT отправлю ему их на решение, а сам в этот момент начну тоже быстро решать. Мы посмотрим, кто это сделает быстрее и кто сделает это правильнее. Честно говоря, чат GPT-4, он хорошо решает уже задачи, поэтому я боюсь, что, возможно, он это сделает лучше и быстрее, чем я. Давайте начинать. Это сражение будет легендарным. А в конце проверим, разумеется, все ответы у меня тоже есть. Проверим мои ответы. Я буду решать максимально быстро, поэтому не факт, что я все решу правильно. И проверим ответы чата GPT. Все еще очень старательно я не смотрю на эти задачи, чтобы не решать их заранее, чтобы сражение было честным. Вот смотрите, они у меня вот здесь, вот здесь вставлены уже все для чата GPT. Видите, я ему написал: реши 10 задач по физике, чтобы он точно не запутался там в количестве. Потому что в ЕГЭ есть задача, где типа нужно выбрать все правильные утверждения из 5. Они тоже помечаются как 1, 2, 3, 4. И я ему тоже подразумевал как 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поехали решать задачки. Появится секундомер. И когда я нажму и отправлю чату GPT-4, то начнется отсчет времени. Так, где мой? Вот он, мой стилус. Итак, поехали. 3, 2, 1, let's go! Так, тело брошено вертикально вверх, через 0,5 секунд броска, скорость 20 метров в секунду, он уже решает, какова начальная скорость тела, через 0,5 скорость равна 20, то есть у нас V равно V нулевое минус GT, оно брошено вертикально вверх, то есть V нулевое, это было 20 плюс 10 на 0,5, то есть 25 метров в секунду. Ух, я очень долго решал эту задачу. Вторая, на брусок масса 5 кг движущейся в горизонтальной поверхности, если в силу трения 20 ньютон, чем будет равна сила трения скольжения после уменьшения массы тела 2 раза, если центр трения изменится, она станет 2 раза меньше, F трения 2, просто потому что если массу 2 раза уменьшить, то и сила трения 2 раза уменьшить, то что она будет уменьшить на горизонтальной поверхности. Третий ребенок равномерно понимает груз, раз 3 метра за 5 секунд, как мощность двигательной лебедки, так, пускай на поле, примерно здесь, равномерно понимает 3 метра за 5 секунд, я просто как F умножить на V, то есть 2000 это вес, получается 3 метра 5 секунд, 2000 3 на 5, где мой калькулятор? Я не взял с собой калькулятор, что за хрень, где ладно, обычно это будет 400, 1200 ватт, так, хорошо, правильно перепроверю, да, это будет 400, хорошо, четвертый период колебания потенциальной энергии, горизонтального пружинного маятника, чего период колебания потенциальной энергии, 1 секунда, каким будет период колебания, если массу груза маятника увеличить 2 раза, а жесткость пружины вдвое уменьшить, так, мы сравним период колебания все той же самой потенциальной энергии, да, хорошо, так, массу груза увеличиваем в 2 раза, а жесткость пружины 2π корень z делить на k, так, массу увеличиваем в 2 раза, жесткость вдвое уменьшить, станет 2 раза больше, то есть 2 секунды, это наш ответ, и пятое, тело, имеющее внутреннюю герметичную полость, и на весом есть ничего, он там уже дорешил, он уже девятую решает! Так, нет, нет, это неправильно. Ну, потому что тело бы само утонуло, правильно? А это его удерживает, значит, он удерживает и себя, и еще частичку тела. Ребятки, здесь чуть-чуть притормозим, и я скажу вам о том, что если вы хотите готовиться не с какой-то программой, а с живым настоящим преподавателем, который шарит в предмете, по ссылочке в описании вы можете готовиться со мной к ОГЭ и к ЕГЭ по темам 10 класса, если вы 10-классник. Переходите по ссылочке в описании, записывайтесь на курсы и погнали дальше! Ну вот, а я и закончил, наконец-то. Ладно, ну долго что-то решал, затупил я на той задаче с этой силой Архимеда, надо было там просто быстро придумать, а я что-то запаниковал, и сейчас уже поздно, да и короче, я хороший танцор. Сверяем ответы мои, сверяем ответы чата GPT. Первая задача, у меня получилось 25 метров в секунду, у чата GPT получилось 25 метров в секунду, он еще решение расписал, падла. А я, кстати, тоже расписал решение. Ну, ладно,
Да, у нас одинаковые ответы, они одинаково правильные. Второе. Правильный ответ 10 ньютон. У меня правильно у чата GPT. Правильно. Третье. Задача должно быть 1200, у меня 1200, у ChatGPT 1200. Четвертая задача, у меня получилось 2 секунды, правильный ответ 2 секунды, у ChatGPT тоже 2 секунды. В пятом у него 1, 2 и 4, правильно 1, 2, 5, а у меня 3, 5, о господи. Подождите-ка, а почему так? Модуль силы натяжения нити меньше модуля силы тяжести, действующей на шарик. А у нас тело полое, а шарик не полый, да? И шарик там снизу получается. Модуль силы натяжения... А, он меньше модуля силы тяжести, действующей на шарик. Да, так и есть, потому что сила тяжести... Ну да, да, да. Ай-яй-яй, вот это должно быть правильным утверждением. Сила тяжести – это МЖ, а так как плотность у него в два раза больше, то сила Архимеда будет только половину, в два раза меньше, чем сила тяжести, да? И значит, еще сила натяжения. То есть сила натяжения – это половина силы тяжести, сила Архимеда – половина силы тяжести. Ну, понятно, что половина силы тяжести меньше, чем сила тяжести, так что это правильно. А какой еще правильный должен быть? Один должен быть. Модуль силы Архимед, действующий на тело, больше модулей силы Архимед, действующий на шарик. Тоже правильно, потому что массивная часть у обоих это 1/4 объема. Но шарик, он полностью погружен, и он получается, на него сила Архимеда действует вот та, которая компенсирует половину силы тяжести. А у полого тела она компенсирует и силу тяжести полностью заполненной своей части, и еще вот ту половинку силы тяжести от шарика, который плавает. Ну, потому что вся система, очевидно, плавает на поверхности. Поэтому это, конечно, тоже правильно. И здесь я совершил две ошибки, то есть я здесь получил 0 баллов из-за того, что поторопился на этой задаче. Я даже, получается, 3 ошибки совершил, потому что я не выбрал первое, не выбрал второе и выбрал третье зачем-то. Модуль силы натяжения равен модулю силы тяжести, действующей на тело. Это, конечно, бред, да. Такое ощущение, что что-то... Короче, ладно, а он совершил одну ошибку, то есть он получает 1 балл, а я получаю 0 баллов. Подожди, но пятое неверно. Он говорит, масса шарика меньше массы тела, соответственно, сила тяжести меньше. Модуль силы тяжести меньше модуля силы тяжести, действующей на тело. Нет, одинаковые у них. А пятый он выбрал неправильно, объем погруженной части зависит... А, ну понятно, в общем. Ну, тоже тут перемудрил, запутал. Это задача, сложная задача. Ни один из нас ее не решил. Дальше, идем к задаче номер 6. У меня ответ 2-3. Что произойдет с периодом максимальной потенциальной энергии? А, и частотой колебаний. Блин, ну, тут надо... Ну, это просто чуть-чуть невнимательности. Я просто не ответил на частоту. На частоту, понятно, на обратно пропорциональный период. Ну, добавьте мне еще одну секунду на решение. А что ответил ChatGPT? Он ответил 2, 3, 1. Так же, как и я. А правильный ответ у меня написан 2, 2, 1. Ну, я сейчас его быстро перепроверю. Да, просто вкралась в ответы ошибка. Это ответ правильный. То есть и у меня, и у чата GPT одинаково правильный ответ. Дальше. Задача номер 7. В номере 7 я ответил 0,25. Он ответил 1/4, что на ЕГЭ, конечно, так писать нельзя. Надо писать 0,25. Но в любом случае ответы у нас у обоих правильные. Дальше. Задача номер 8. У меня получилось 250, у него получилось 250, и правильный ответ 250. Девятая задача. У меня получилось сколько? 2-4. У него что получилось? 1 неверно, 2 неверно, 3 неверно. Он выбрал вообще только одно утверждение, но так делать нельзя, тут минимум 2. Тут 2 или 3 должно быть, когда вам говорят все верные утверждения. Правильный ответ, конечно, 2-4, то есть здесь он 1 балл потерял. И задача номер 10. У меня 1-2-1, у чата GPT 1-2-1, и это правильный ответ у нас у обоих. Ну что, у нас с чатом GPT по баллам паритет, но обогнал он меня вот настолько. Это, конечно, очень-очень-очень много. И действительно, сейчас, вот если чату GPT последнего поколения передавать задачи в том виде, в котором они ему будут полностью понятны, то он, конечно, решает эти задачи быстрее, да, надо сказать так, быстрее, чем человек. А по точности, если вот, ну, решать на скорость, да, тогда он, конечно, решает примерно так же точно, как и я. Если, конечно, я бы решал вдумчиво, то я бы здесь не сделал ошибок. Ну, то есть понятно, что ЕГЭ в том формате, в котором ему было бы полностью понятно, он бы написал на 92 плюс балла. То есть он сейчас потерял примерно 1 балл из 15. На этом я буду с вами прощаться. Если вам понравилось, поставьте лайк нашему напряженному сражению с чатом GPT. Подписывайтесь на канал, пишите в комментарии, что мне можно еще сделать интересного как физику. И всем до следующего видосика, ребятки. Всем пока.